Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! 10 января 2023 года жизнь фигуриста Романа Костомарова разделилась на «до» и «после». Роман, ваша история показала всем, как важно жить здесь и сейчас, не строить глобальных планов. Я думал, что буду жить долгой и спокойной жизнью, что все будет идти своим чередом. Но случилась страшная вещь. И теперь я пытаюсь искать себя в новых сферах, например, прихожу на мероприятия как спикер-мотиватор, помогаю людям верить в себя и идти дальше, даже если ты лишен своих конечностей. Жизнь кардинально изменилась. Главное, о чем я переживал, было то, как пройдет моя встреча с детьми, 12-летней дочерью Анастасией и 7-летним сыном Ильей. Я не хотел выходить из больницы, пока не появятся протезы. Какие слова поддержки на протяжении всего этого времени находила ваша супруга Оксана Домнина? Она поддерживала меня уже в больнице, с самого первого дня, когда ее только туда пустили. Поддерживают ее слова любви, ее призыв верить в себя. Она говорит: дай себе время, и все получится. Вернуться на лед планируйте. Я фанат адреналина, фанат экстремальных вещей. Но всегда боялся, что с ногами что-то произойдет. И именно это и случилось. Неприятность подкралась оттуда, откуда я ее не ожидал. В итоге я много лишился, например, больше не могу заниматься боксом. Но на лед я хотел бы выйти снова. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!